Химера, зомби или киборг? Я интегрировалась в тебя, а ты в меня. Это новый имплант, который невозможно изъять. Это прививка нового образца, которая встраивается в человеческий геном, и извлечь ее уже невозможно. Хорошо, что ты больше не планируешь заводить детей, потому что они родились бы со мной в своем геноме. Или плохо? Я тоже больше не собираюсь никого рожать. А то мои дети тоже бы носили тебя в своем геноме. А если бы мы захотели иметь общих детей? Я сделала прививку, привелась тобой. Ты уже встроился в мой геном на первом этапе. А на втором начал вырабатывать антитела ко всем другим мужчинам. А ты хитер. И, как всегда, ни при чем. Но ты тоже привился мною. И у тебя та же фигня. Кто я теперь? Зомби? Химера? Или киборг? Зомби? Химера? Или киборг?